Первые шаги. Я раз. И вот здесь вот иногда вы не можете играть правой рукой. Чаще всего вратарь, который правой лезет, он смахивает свои ворота. А здесь принцип стены. И вот раз, и левая рука становится длиннее и ближе к этой линии. И вы ее всегда ставите именно вертикально. Таких случаев будет много. У вас чаще всего будет с угла выход в моменты, куда приходит. Либо срезается подача, но например. Еще на коротких тогда. Раз. Парочку еще сделаем. Раз. Да. Ой, это все. На камеру. Пошли. Хорош, достало. И. Да, умничка. Ты прошу, видишь. Она как стена работает. Оп. Да, хорош. И ускоряй чуть тебе. Уже шаги хорошие. И. Да. Ай, молодец. Катя, я скучаю. Напоминание, да? Вот это первый раз приехала, ничего не знаю. Смучить надо.